Всем привет! Это снова мы. В преддверии Нового года мы решили нарисовать символ года. Костя, какой у нас год будет? Год кого? Год коровки. Год коровки, да. Год быка. А коровка какая животное? Какое животное? Домашнее животное, да? Это домашнее животное. Это домашнее животное. Рисовать мы будем необычным способом. Ладошками. Покажи свои красивые ладошки. Вот они. Правильно. Так, для начала нам нужно будет сделать фон. Для этого нам надо будет гуашь, кисточки вот и вода. Вот такие вот. Да. Вот такие будут. Да. Так. Фон мы сделаем, наверное, каким? Такой зимний фон, голубым, наверное, да, сделаем? Я так делаю. Метель хочешь сделать? Ну, давай, бери кисточку. Бери. Нет, сначала нам нужно намочить кисточку в водичке. И бери синий цвет. Хорошо, хорошо? Голова. И вот так нужно, вот так. Голова. Держь. Ну, на голову. Вот так вот. Небо будем рисовать. Небо. Фон, зиму нарисуем, да? Мама. Вот так. Ну-ка попробуй сам теперь. Вот, слева направо. Теперь еще водичку. Еще? И в красочку. И теперь дальше. Вот тут. Молодец. Ой, как получается. Вот тут. Еще водичку. Ага. Нет, вот тут. Нет, слева направо, Костя, надо. Вот, вот так. Ты же художник. Ну-ка, еще раз. У нас Костя рисует гуашью, как акварелью. Как? Акварель. Это... Вот. А где травка? У нас же зима, у нас же Новый год. Я вот не хочу. И коровка будет. Давай, давай. Не хочу. А мы потом травку, как будто бы она в снегу. Давай еще. Травка. Давай. Нет, давай синий фон дорисуем. Давай. А то будет как-то не закончено. Нет, Костя. Вот так вот. Я хочу. Угу. Ничего страшного. И еще вот так вот. Вот так вот. А давай сделаем вот такие вот. Так вот. Сугробы, да? Не хочу. А там травка как будто бы. Просто травка. Травку чуть-чуть здесь нарисую. А солнышко будет? Солнышко? А смотри, у нас зимой солнышко есть? Светит, да? Ну, чуть-чуть. А у нас желтая красочка. Вот тут чуть-чуть есть. Вот так, давай. Мы чуть-чуть травку нарисуем, как будто бы она из-под снега вылазит. Чтобы коровке не так скучно. А можно что нарисовать? Это же Новый год, что можно нарисовать? Ёлочку, да? Давай нарисуем ёлочку. Давай. Ну-ка. Еще зелёной мы нарисовали. Да. Много. Ну-ка, нарисуй ёлочку. Еще там не закончу. Вот так вот. И вот так вот. Вот. Вот у нас такая елочка будет. А ферма где? А потом ферму. Так, здесь. Ну-ка, помоем кисточку. Все зеленые. Ну вот, фон мы сделали. Он у нас уже высох. Травка где-то из-под снега, да? Елочка еще не наряжена. Теперь нам нужно сделать коровку. Коровку мы, чтобы сделать фон, перевернем. Сейчас по вкусу. И много зеленых. Давай ладошку. Нет, вот эту давай. А потом... Не-не-не, чи-чи-чи-чи. Давай, давай. Быстренько, пока красочка не высохла, пальчики. Костик. На, сам рисуй. Я сам. На. Быстренько, тише. Весь всю ладошку выкрашивай. Конечно, это так... Щекотно. Давай, давай, давай. Еще водичку. Красочку давай. Водичку чуть-чуть. И краску. Все пальчики хорошо прорисовываем.
чтобы наша корова отпечаталась. Нет, там не надо, только ладошку внутреннюю. Ой. Вот. Давай быстренько. Еще же крутая, как... Да, надо быстро, потому что у нас... Как пена. Давай, давай. А пена какая цвета? Какого цвета? Пена. Подожди еще. Ну-ка, а теперь вот сюда вот так вот сделаем ножки. Ну-ка, отпечаток все. Раз, два, три. Вот. Ну-ка. Так, ну вот, тело коровы у нас получилось. Это у нас ножки, это у нас будет голова. Давай чуть-чуть мы ее подрисуем, давай, чтобы было четче видно. Это тело такое вот. Корова у нас будет белая, с черными пятнышками, да? А копыты? Копыта черненькие. Это вот так, голова. Сейчас Костя мы нарисуем ей. Еще хвостик нам надо нарисовать. Нарисуешь? Это что это? Нос. Ну-ка нарисуй ей. Сейчас черненьким нарисуем ей копыта, хвостик, да? Пятнышки, на. Глазки. Нарисуем глазки. Раз, два. Носик. Вот. Рожки. Молодец. А копыта. Угу. Все нужно Африка делать. Фема Африка нужно. Хвостик нарисуем. Вот. А еще что не хватает, самое главное, у коровы? Рога. Ой, это прям бык. Прям бык такой, да, Костя? У тебя получилось. Во. Мама, а вот. Где корова? Вот. А теперь пятнышки нарисуй ей прям. Такие пятна. Вот такие. Ой, ну почти. У тебя прям далматинец получился. Ой, смотрите, какая красивая корова. Африка. Африка ферма. Африка. Сейчас нарисуем мне Африку ферму. А Костя, это же Новый год, да? А нам елочку нужно украсить. Давай ее украсим. Еще Африка там. Да. На. Ей шарики нарисуй на елочке. Точечки поставь. Новогодние шарики. Ой, ой. Потихонечку. И белый. И звезду нарисуй. Угу. Ну почти. Ну почти. Еще так. О. Так. А еще давай нарисуем снежок. Как ты снег рисуешь? Не хочу снег. Не хочешь? Давай мама нарисует. А где животные тут? Африка ферма. Сейчас будет Африка ферма. Это другая серия будет. Рисунка, смотри, какой у тебя бычок. А ты знаешь стишок про бычок? Про бычка? Идет. Идет бычок качал. Кого еще тут нарисуем? Корову, ёшка, и животные. Еще на хочешь животных? Ну давай еще кого-нибудь нарисуем. Кого нарисуем? Одного. Еще много. Много не получится. А коза что? Давай козу нарисуем, давай. Какого цвета коза будет? Коричневого, давай. На. Костя сейчас нам еще козу нарисует. Вот тут вот. И коровку. Коровка, это же вот у тебя коровка. Бык. Вот так нам надо, вот так вот. Это был. Вот так вот. Это что? Это будет друг кого по... с фермы, да? Тут ножки. Козлик такой получился, да? Тутушка. А где глазки? Давай глазки нарисуем. Глазки у нас будут черненькие. Нарисую глазки. Раз, два. Ой, какой большой глаз. Аккуратно надо. Тут вот рожки. Ушки. Копытца дальше, да? Вот, друг какой получился интересный. Да? Все, нарисовали мы с тобой новогоднюю картинку, Костя? Вот такой вот ладошкой можно нарисовать
таких вот замечательных животных. Да, Кость? Давай помоем кисточку. Снег черный нельзя рисовать. Мама, я хотел птичку. Птичку? Хорошо. Снегири. А, давай, давай. Каким цветом снегири у нас будут? Красненькие они, да? Да. Ну-ка, нарисуй. Костя еще хочет снегири. О! Вот так вот. Как будто у нас летает. Сначала мы что, красненьким нарисуем, а теперь черненьким. Вот так вот. Голова у них тут будет. И крылышки такие черненькие. Хвостики, да? Ну, вот такие вот у нас снегири получаются. Ну вот и все, мы нарисовали нашу новогоднюю картинку, да, Костя? Да и много животных и птица. А чем мы рисовали коровку? Какой? Рукой, да? Да? Ну все. Всем пока! Всем пока и всех с Новым годом!